В этом видео покажу, расскажу, как делал раму для зеркала. Размер будет 1,90 м на 90 м. Дубовая рама горизонтально висит. Это ванную комнату. В конце видео увидите, как оно изначально планировалось. Ну и в такой же форме будет, чтобы оно являлось и сразу же зеркалом, и полкой. Потому что ширина будет, доска была изначально 30-ка. Ширина будет на 10 сантиметров. Ну, минус там вклейка зеркала. Зеркало будет вклеиться на силикон прозрачный. Ну, естественно, там еще крепеж будет планками, чтобы такой объем не выпал. Оно и в то же время стягивает саму раму, потому что все-таки длина большая. Помимо того, что как бы зеркало является несущей конструкцией, ну, естественно, соответственно, и будет 2,2 упора дубовых, которые будут распорки. Они как бы и вклеены, и сразу вкручены. Все это оторцевал. В принципе, вещь несложная. Думаю, кому нужно, пригодится. Ничего такого сверхъестественного здесь нет. Все было запилено, засверлено, подклеено. Естественно, потом еще это все вскрутил и шкантами закрыл торцы. То есть, в принципе, я думаю, что здесь можно это все делать элементарно. Единственное, что как бы нужен будет фрезер, потому что я делал паз на сантиметра, наверное, полтора, с обратной стороны, чтобы утопить зеркало. И еще осталось место для того, чтобы можно было планки еще в потай спрятать. То есть сразу засверливаешься, ставишь саморез. Ну, естественно, перед этим я сначала все это вклеил, инструкционный проклеил. И потом уже саморез и ставил уже заглушку. Никаких там шиповых соединений я не делал, он лучше притягивает. Видите, сразу все проклеивается. Он даже без саморезов потом даже не шевельнулось никуда. Ну, а когда уже появилось само зеркало, появилась как бы, ну, более жесткость. Оно моментально все это склеивается, еще с саморезами, когда скручиваешь. Ну и уже, чтобы не видно, делаешь шканты и вдоль волокон также их вставляешь, как будто даже незаметно практически становится. Вот такая вот несложная штука. Строго не судите. Я понимаю, тут специалистов полно, которые знают, как это соединение всякие столярные, все в таком духе. Здесь стоял вопрос о надежности, быстро это сделать. И, естественно, эта вещь стоит тех денег, сколько за нее запросили. Подписывайтесь, задавайте вопросы. До новых встреч. Счастливо.